Всем привет! С вами Татьяна. Я решила сегодня поделиться одним быстрым рецептом со слоеным тестом. Слоеное тесто можно выбрать любое, дрожжевое или без. Итак, для начала нам понадобятся шампиньоны и лук средних размеров. Так как у меня грибы мелкие, я их нарезаю пластинками, а лук кубиками мелко. На самом деле большой разницы нет. Вы можете на свое усмотрение. Далее на разогретую сковородку с маслом выкладываем лук и шампиньоны. Обжариваем примерно 10-15 минут. Перемешиваем. Возьмем банан и разрежем на кольца. Их мне понадобится 2 штуки. Еще раз размешаем. Добавим специи по вкусу. У меня это соль и перец. Снова размешаем. Далее через сито пропускаем немного муки. И кладем на него один пласт теста. Раскатываем. Делим на 2 части. И каждый из них еще по 4 квадратика. Также я поставила воду для макарон. Включаем духовку примерно на 180-200 градусов. Натираем сыр на средней мелкой стороне терки. Сыр можно выбрать любой. Первая начинка – обжаренные грибы с луком – выкладываем на тесто и посыпаем сверху сыром. Соединяем все 4 края и еще, чтобы все закрыть, и немного скручиваем. Так повторяем с каждым. А это у нас сладкая полезная начинка. Выкладываем бананы и закрываем тестом. И так каждый кусочек. Вилкой скрепляем края. Желательно ее перед этим окунуть в муку, чтобы не прилипало. На противень стелим пергаментную бумагу и размещаем заготовки. Здесь можно сделать вот такие надрезы. Итого у нас получилось 6 штук с грибной начинкой и 10 с банановой начинкой. Здесь вместились не все. Духовка разогрета до 200 градусов. У меня она электрическая и готовится будет чуть дольше. Отваренные макароны добавляем к оставшейся начинке с грибами. Посыпаем любимыми специями. Обычные маки и обжариваем 2-3 минуты. Чтобы блюдо было сытнее, можно было обжарить курицу. Блюдо
блюдо выкладываем на тарелку, посыпаем сверху сыром. И ужин на скорую руку готов. А пирожочки из слоеного теста подрумянились в течение 35 минут. А вторая партия быстрее, за 20 минут. Сверху смазываем подсолнечным маслом и готово. Спасибо за просмотр. Приятного нам аппетита. Пока-пока.